Всем привет, это видеоверсия сайта военноедело.ком. Кравчук рассказал о встрече Сталина и Гитлера перед началом войны. Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал о встрече Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера, которая якобы проходила во Львове до начала Второй мировой войны. Данное заявление бывший украинский лидер огласил в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1». Кравчук постарался объяснить слова президента Украины Владимира Зеленского, в которых он возложил ответственность за начало Второй мировой войны на Советский Союз, так же, как и политики Польши. По мнению первого украинского лидера, Зеленский имел в виду, что война была спровоцирована договором между СССР и Германией. Кравчук считает, что Гитлеру развязали руки вместо того, чтобы остановить его. На этом пока все. Еще больше новостей и информации на сайте военноедело.ком.